Вот и Рождество. Парень, 18 лет. Огнестрельные ранения ноги и плеча. Раз, два, три. Похоже, наркоман. Джейсон, мне надо поговорить с Джейсоном. Потом. Не сейчас. Готовьте ее к операции. Как ты там оказался? Услышал выстрелы и вошел со двора. Что вы сделали с Джейсоном? Где врач? Милая, там полиция. Если можешь, они хотят с тобой поговорить. Я позабочусь об Эшли. Спасибо. Итак, как ты вчера оказалась в доме девушки твоего брата? Мы делали костюмы для рождественской пьесы. Откуда у тебя деньги? Что мы у тебя нашли? Мы собрали их вчера на распродаже вещей. Этой осенью все стало совсем плохо. В школе, дома. В этом году автором пьесы «Праздничное веселье» буду я собственной персоной. Когда я назову ваше имя, поднимитесь на сцену и назовите свою роль. Моника Тишауэр. Я буду Бетти, мусорщицей. Смотри, что я нашла в мусоре. У меня будет самый красивый дом в городе. Дрянь какая-то. Эшли Лейн. Эшли Лейн. Так, времени нет. Эшли Лейн, вызываю в последний раз. Так. Карен Сноу. Откуда ты знаешь, если ничего не делаешь? Ты ничего не можешь. Как все прошло? Как-то. И я решила, что у меня нет времени. Ты бы хоть попробовала? Да? А сама? Все равно будет ерунда. Но, мисс Лейн, вы упустите такую замечательную возможность. Ники, отвали. Listen closely, or you'll never hear me whisper all the pretty things I'm scared to say out loud. In my mind I know all I can do is kiss you, but I'm caught between the curtain and the crowd. Forgot to pick up Jason. Ты не заехал за Джейсоном? Он уже полчаса ждет. Ну, ему 17, переживет. Ты бы беспокоилась, если бы я забыл забрать Эшли? Ладно, ничего, я еду. Спасибо, Билл.
Давай сегодня поужинаем пораньше. Не получится. Я уже договорилась с Филлис и Клэр. Может быть, в другой раз. Хорошо. В другой раз. Я знаю, но просто... Довезти до дома. Нет, спасибо, мистер Лейн. У меня встреча. Потом увидимся. Пристегнись. Это не я, это Ники. Кажется, твоя мама... То есть твоя жена. Не нужно дружить с Николь. Приедем домой, положи одежду в стирку. От нее воняет дымом. Я все видел. Господи, от кого так несет? От тебя, урна, Лейн. Джейсон, как тренировка? Жесть. Капитан получил травму. Он наверняка выпал на этот сезон. И у меня есть шанс стать капитаном. Правда? Очень может быть. Кого еще выберет тренер? У кого оценки лучше? Где мама? На заседании комитета. Соображай быстрее, тупица. Куда ты? Я сегодня хотел позаниматься с Анджел. Если с меня не снимут предупреждение в этом семестре, я не смогу заниматься. Мы знаем, как расстроится мама. Извини. Где твои книги? Пойду поем курицы. Ну, кто со мной? Ники, сюрприз. Шерон ушла. Мне надо постирать и сделать уроки. Папа пошел за ужином. Ты одна? Приходи в клуб Кейна. Нет, он скоро придет. И что? Оставь ему записку. Через 15 минут. Привет. Как тебя зовут? Все ушли и тебя оставили. Вилли, да? Большое спасибо. Ну вот и познакомились. Хочешь поиграть? Давай. Вилли, давай.
От тебя воняет. С этим надо что-то сделать. Здорово. Прекрасно. Мне пора. Но я вернусь. Пока. Это лучше, чем стирка. Хоть немного. Не могу найти сигареты. Ты с папой не ладишь. Нет, скорее у меня Шерон полная катастрофа. Зажигалка есть? Мы с тобой не знакомы. Поверь, ты бы меня запомнил. Потанцуем? Джейсон, малыш. Это не в первый раз. Тихо ты. У меня есть деньги. Я шел к Анджел. Отвези меня к ней. Я Супермен. Я все могу. Ты меня замучил на тренировке. Научи бегать на длинные дистанции. Я не волшебник, малыш. Я просто Супермен. Ладно, Джесс. Дам тебе в долг. Это мое. Богатенький тоже хочет. Не люблю больших долгов. Я все еще у тебя в долгу? Ты что, считать не умеешь? С тебя $120. Что? Я тебе только что отдал сотню. Ты мне ничего не давал. И угощать я тебя не намерен. Я тебе все отдам, Джо. Завтра, Джаз. И забудь про Энджел. Ты не для нее. Люди! Подождите! Где же туалет? Hello. Привет! Это плохой район, чтобы вот так отрубаться. Где твой парень? Мне нельзя с парнями. Я принцесса. Ладно, отвезу тебя домой. У тебя красивые волосы. Окей.
Ну, принцесса, где ты живешь? Дома. Хочешь меня поцеловать? Конечно, нет. Почему? Я страшная. Нет. От тебя воняет. Ты мне тоже нравишься. Мне завтра рано на работу. Если хочешь попасть домой, скажи, где живешь. Или выметайся из машины. Дом 533. Парквуд Драйв. Знаешь, ты какой-то злой. Не буду я с тобой танцевать. Плохо себя чувствую, пошла спать. Привет. Привет. Как ужин? Так себе. Я скучал. Ты повеселилась? Мы хотели убедить компанию Денби соблюдать принципы экологии. Я работала и устала. Проголодалась. Ты кормил собаку? Попросил Джейсона. Этот пес не младший брат Джейсона. И это не оправдание того, что у нас нет общего ребенка. Надо же. Что ты делаешь? Я думал, тебе плохо, и ты пошла к себе. Нет. Где ты была? И что на тебе надето? Слишком много вопросов. Могу ответить, но по очереди. Ладно? Не ладно. Ты пьяна? Ты пила? Не надо, Шэрон. Помню, ты пару раз тоже напивалась, когда была помоложе. Иди сюда, детка. Да, папа. Обними папу. Вот так. Я тебя люблю. Там печенье и молоко. Ты же хорошая девочка. Жаль, что у меня нет настоящей мамы. Так похоже на Аманду. Моя маленькая принцесса. Шэрон меня ненавидит. Нет, это не так. Просто она расстраивается, когда ты так себя ведешь. Я тоже расстроен. Но я все равно тебя люблю. Спокойной ночи, принцесса. Почему ты расстраиваешь Шэрон, папа? Тебя что, вчера избили? Паршиво выглядишь. Не отвечаешь? Ладно, пожалуйста. Вот. Завтракать будешь? Ешь сколько хочешь. Я на всех приготовил. Okay.
Что ж, мне больше достанется. Мне стало гораздо лучше. Конечно. Я хочу просто умереть. Знаю одну хитрость. Мятный шнапс. Выпей немного. Тебе полегчает. Вот хорошо. Я у тебя в долгу. Как вовремя ты сказала. Деньги бы мне не помешали. Тебе и всем остальным тоже. Что? На что мне $5? Доброе утро, Джей. Давно тебя не видела. Чем занимаешься? Это тебя вчера не было, мама. Ты о чем? Ты же была на собрании, а я занимался. Так, сегодня я свободен. Если хочешь угостить меня ужином, пойдем вдвоем. Идет. Заберу тебя с тренировки. Хорошо. Полегчало? Шэрон, насчет вчерашнего, прости. Наверное, я... Ты хотела получить все внимание отца? Опять? Я просто... Ради твоего отца я пытаюсь сохранить мир в семье. Ты бы тоже постаралась? Сохранять мир? Да. Да, я могу. Хорошо. Доброе утро, папа. Здравствуйте, дети. Я приготовлю тебе кофе, папа. Спасибо, Джейсон. Я помою посуду, папа. Спасибо, Джейсон. Покрепче, Билл. Покрепче. Еще один день. Что это? Держи. Спасибо, милый. Не за что. Шэрон, что? Давай договоримся, на чем сэкономим. У меня нет лишних расходов. Нет, но твои ланчи и ужины с подругами не бесплатные. Ты мог бы и сам что-нибудь придумать. Лейн Паблишинг, детище моего отца. Но не наше. Твоя работа почти не приносит дохода. Зато я приношу пользу обществу. Лучше бы ты приносила домой деньги. Этот дом не стоит и половины того, что мы за него заплатили. У нас проблемы с финансами, милая. Неужели ты надумала его продать? Нет, нельзя. У нас не хватит средств оплатить закладную. Я открою. Я собиралась уходить. Всего хорошего. Привет. Кажется, вам нужен ремонт. Билл? Привет. Что вам угодно? Я хотел вам помочь. Я только что закончил работу у ваших соседей, у семьи Александр, Праудфуд и у мистера Уилсона. Они могут рассказать о моей работе. Спасибо, но я... Простите. Кое-где... Дом требует серьезного ремонта. Знаю, поверьте. Спасибо, но сейчас у меня нет денег на такой ремонт. Я хорошо работаю и готов договориться. Что вы можете мне предложить?
Почему не отвечаешь на мои СМС? Нам надо поговорить. Целую, А. $160 сегодня. Ники, как я вчера добралась до дома? Не знаю, я доехала на Мустанге 65-го года. Ты дома? У меня голова болит. Ты прелесть. Встретимся у деревянной девки. Ладно. Красивые туфли. В школе уроков мало было. А вы кто? Мак. Твой папа нанял меня ремонтировать дом. Здорово. А я на прослушивании для рождественской пьесы. Увидите папу, передайте ему это. И что я буду поздно, ладно? Привет. Привет. Хочешь сегодня на вечеринку? Шерон сбесится. Мне надо вернуться до прихода ее и Джейсона. Давай хоть на немного. Только надо одеться получше. Денег нет. Слушай, не обязательно за все платить. Ники, ты воруешь в магазинах? А откуда, по-твоему, у меня вещи? Здравствуйте, Анджелина. Здравствуйте, мистер Лейн. Я сшила Джейсону рубашку и сама ее вышила. Надеюсь, не очень женственно? Нет, напоминает то, в чем ходил я. Джейсон ужинает с мамой. Правда? Да. Не надо врать, если он с другой девушкой. Заходи. Почему ты думаешь, что он не с мамой? Мы перестали встречаться. Вы встречались вчера? Или подготовка к урокам не считается? Нет, я уже 2 недели не видела Джейсона. Его новые дружки просто мерзавцы. О каких дружках ты говоришь? Это Джейсон сам сделал? Да, и подарил мне на прошлое Рождество. А мне он сделал красивую шкатулку. Мы с ним планировали открыть свое дело. Я бы занималась дизайном одежды, а Джейсон — резьбой по дереву. Хорошо. Может, он много времени проводит в мастерской? Интересная мысль. Но его уже месяц там не видели. Он начал работать над креслом-качалкой и бросил. Не знаю, что тебе сказать. Просто передайте ему это. Я с ним поговорю. Нет, это мне надо с ним поговорить. Вы хороший, мистер Лейн. Спасибо. Сам иногда удивляюсь. Ладно, я пошла. Удачи тебе. Спасибо. Почему моя звезда спорта почти не бывает дома? Из-за девушки, да? Нет. Я вчера не встретился с Энджел, решил заниматься. Вы с ней все еще встречаетесь? Ее мать работает в Уолмарте? Ты что? Брось. У нее классная мама. Может, мне самому придется там работать? Мы даем тебе деньги. Да, но папа их урезал, пока я не подтяну школу. А деньги мне нужны сейчас. На что? Что-то случилось? Нет, просто кроссовки уже старые. Я забыла. В твоем возрасте вещи так быстро стареют. Сколько тебе нужно? $350. На кроссовки? А еще команда покупает кожаные куртки. Я мог бы ходить в нейлоновой, но ты же не хочешь, чтобы твой парень один в такой ходил? У меня есть только 150, Джей. Это хорошо, отлично, на обувь хватит. А куртку мы пойдем покупать вместе, да? Потом вычтешь ее из моих. Ладно. Ты у меня прелесть, мама. Я тоже тебя люблю.
Я давно не была на твоих тренировках. Мне приходится много работать в этом комитете. Борюсь за экологию. А еще я бы хотела поговорить с тобой об Энджел. Она мне не нравится, и все. Она мешает твоему будущему, слишком многого требует. Она тебе ничего не сделала. Она требовательная, вот так. Ладно. Тебе надо найти другую. Какую другую? Какую? Keepitmoving.com. Что это? Ты сама придумала? Может быть. Да. Это сайт с чем-то новеньким. Мама, я не могу. Куртка тебе идет. Да? Спасибо, мама. Почему ты сидишь в темноте? Где ты был вчера вечером? Занимался, я же говорил. Ты несколько недель не виделся с Анджелиной. Я решил, что она будет меня отвлекать. Он мне уже сказал. Так где же ты пропадал? Билл? Я тебя спрашиваю. В библиотеке я стараюсь поступать правильно, а меня за это только ругают. Ты стараешься поступать правильно? Да. Папа закончил допрос. Иди наверх и занимайся. Ты умудрился испортить прекрасный вечер. Я хочу, чтобы он научился отвечать за свои поступки. Он приходит домой только поесть и попросить денег. Разве твоя дочь чаще бывает дома? Мой сын спортсмен. Когда-нибудь он станет знаменитым. Важнее то, что есть сейчас, Шэрон. Тебе не приходило в голову, что Джейсон не хочет быть спортсменом? Почему он тогда так хочет стать капитаном? Ерунда. Если бы ты побывала на его тренировках, поняла бы, что капитаном ему не стать. А у тебя бестолковая дочь. Одевается как братишка. Мать Эшли всегда была дома. Хватит. Я торчу в этой дыре больше, чем хотелось бы. Очаровательно. Если Эшли... Если бы мы сделали ремонт... Пойдем на место. Жизни никакой, да? Какая гадость. Сейчас выглядит не очень, но... Погоди, вот повешу шторы. Это такая дыра. Ей не хватает любви. Да, как и нам всем. Надень это. Будет теплее. Позаботься о Вилле. Вы скупили весь магазин? Опять крадешься. Я покормила Вилли. Спасибо. Что это на ней? Как будто из секонд-хенда. Надо поговорить. Может, лучше поговоришь с моим отцом? Я приходила, но тебя не было дома. Зачем ты проболталась, что мы не занимались? Я не знала, что ты ему сказал. Мне не нужны разборки. Не затыкай мне рот. Пойдем куда-нибудь. Твоя мама дома? Через час уходит на работу. Я не смогу так долго ждать. Обещай, что ты придешь. Я люблю тебя. Обещай. Верь мне. Сладкая девчонка. Заткни пасть, слышишь? Он как ты заговорил.
Спасибо. Too, и тебе тоже, Вилли. You're welcome. Пожалуйста. You'll make a terrific... Из тебя получится отличная Дева Мария. Shut up. Да ну вас. Кто сказал, что я девственница? Я говорил о пьесе. А девственницей быть плохо... Почему? Потому что их уже не осталось. Парочка, наверное, все-таки есть. О какой пьесе вы говорите? Привет. О рождественской? Марии, младенец Иисус, волхвы. Ты же собиралась там играть. Помнишь? Таких пьес больше не ставят. Это не политкорректно. Нашел вот это, когда тут убирал. Только сегодня вечером в Маклур-Корт. Значит, Шерон была в одной группе с папой и мамой? Очевидно. Она была беременна и в депрессии. Парень ее бросил. Она не хотела ребенка. Твоя мать должна была сидеть с обоими детьми, пока Шерон выступала с группой. Откуда вы это знаете? Твой отец попросил все это смотреть, чтобы я не выбросил лишнее. Это мне показалось важным и личным, поэтому я перестал читать. Спасибо. У меня к тебе просьба. Смотри, какая. В приюте есть дети, которые не знают, что рождественская пьеса — это не политкорректно. Им бы хотелось ее поставить. Нам нужен руководитель. Я не актриса. Почему вы думаете, что это мое? Видишь? Играть ты все же умеешь. Значит, у меня нет выбора. Нет, но тебе понравится. Три раза в неделю и половина субботы. Иди сюда и обними меня. Помоги мне убрать постель. Разобрать, разобрал. Джейсон. С 7 класса я встречался только с тобой. Ты мне ничего не говоришь. Я влюбился в тебя с первого взгляда на Хэллоуине, когда ты каталась по полу в дурацком костюме тыквы. Я беременна. Ты шутишь? Нет. Я трижды делала тест. Что будешь делать? Мы поженимся в Кентукки, что же еще? В Кентукки? Ты с ума сошла? Его нельзя оставлять. О чем ты? Ты что? Что я должен сделать? То, о чем мы всегда говорили. Ты должна была быть осторожнее. Ты тоже. Ты же говорил, что мы всегда будем вместе. На этой неделе я не смог. И у нас нет денег. Ты можешь работать плотником. Ты же талант. Энджел, милая, сейчас не время жениться. Неужели ты не понимаешь? Хорошо. Я найду деньги на аборт. Господи, от меня всем нужны только деньги. Это не так. Я люблю тебя, Джейсон. Это наш ребенок. Ты хочешь его убить? Подумай еще раз. Потому что меня ты на это не поймаешь. И лучше никому об этом не говори. Джейсон!
Не у всех будут слова, но у всех будут очень важные роли. Вы все талантливы. Все. А Кевин нет. Он бестолочь. Кевин. Так. Дети, познакомьтесь с мисс Лейн. Привет, мисс Лейн. Вы Лоис Лейн, жена Супермена? Нет, тупица, жена Супермена уже старая. Дети, я сейчас приду. Видеть себя хорошо. Ты не боишься этих второклассников? Нет. Я боюсь шестиклассников. Если сомневаешься, лучше откажись сейчас. Вы меня попросили. У тебя все получится. Только потом уже не отказывайся, если вдруг передумаешь. Дай слово. Да, даю слово. Хорошо. Вторая глава Евангелия от Луки как раз понадобится для сценария. Вы хотите, чтобы я помогла писать сценарий? Нет, не помогла. Я хочу, чтобы ты его написала. Нужно 17 ролей со словами. 17? Все, кто хочет готовить декорации, идите сюда. О, нет. Господи. Я предупреждал тебя о звездной болезни, Лейн. Тренер, это из-за Хэнка. Он не отдал мне палочку вовремя. Чепуха. Ты начал слишком рано. И когда Хэнк к тебе приблизился, ты ускорился, пересек дорожки и дисквалифицировал всю команду. В этом спорте звездность не нужна. Понял? Я справлюсь, тренер. Я смогу. Докажи. Я чуть не попалась. Не понимаю, чего ты так боишься. Это всего лишь очки. Это воровство. Это плохо. Есть другой способ радоваться жизни. Конечно. И он идет прямо сюда. Привет. Я Кен. А ты? Барби. Я Барби. Потанцуем? Если купишь мне розовый домик. У моих друзей вечеринка. Пойдешь? За тебя, дорогая.
Скажи Николь, что я ушла. Николь? Я думала, она Барби. Джей? Ты заходишь в комнату и молчишь? Привет. Как собрание? Ты должна была прийти. Знаю, но пикет задержался. Кое-кто забыл разрешение, знаешь. Не надо, мама. Прости. Пойду погуляю с друзьями. Я уже опаздываю. Да, мне нужны деньги. Я недавно тебе давала. Куда же они исчезли? Я же расту, мне надо есть. Ты просто прорва какая-то. Ну, вот тебе $20. Где твоя куртка? На улице холодно. Оставил в шкафчике. Обними меня. Будь осторожен, Джей. Шерон? Yes. Что? Ты не видела Мака? Мы вместе работаем над одним проектом. Нет. Ты рано пришла домой. Хорошо выглядишь. Я поражена. Спасибо. Сегодня мы с папой идем на благотворительный вечер экологов. Все будет в порядке? Да. Повеселитесь там. Красивые туфли. Надо же, вот это да. Как там пьеса? У вас есть фрак? Да. А что? Не могу найти Евангелие от Луки. В начале книги есть оглавление. Или ищи в гугле. Какой ты красивый. Ты тоже, милая. Люблю это платье. Спасибо. Представляешь, мы сегодня с Эшли поговорили. Да? Да. О чем? У нее новый проект, а я ее похвалила. Милая, спасибо тебе. Ну, теперь берегись. Это я должна тебя поблагодарить. За что? За сад, за кусты. И новые цветы. Теперь можно снова ставить машину в гараж. Не может быть. Ты лучше всех. У тебя есть $20? Держи. Билл, тут всего 20. Нет, там 20 и 50. Нет, смотри, только 20. Не беспокойся, завтра я схожу в банк. Хватайся. Конечно. Пошли. Мне нужна доза. И? Я принес деньги. В чем дело? Пожалуйста, мне плохо. Нет, пожалуйста. 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 Я все сделаю. Умоляю тебя, Джио. Пожалуйста. Тогда работаешь с тараканом. Привет, Эшли, все в порядке? Куда ты пропала? Мне надо написать пьесу. Написать пьесу? Мне пора. Без тебя совсем плохо. Тогда иди домой. Завтра поговорим. Ладно, пока.
Я раньше этого не читала. И хорошо. Напишешь со свежими впечатлениями. До сих пор не знаю, откуда мне взять 17 ролей. Поставь себя на их место. Как ты думаешь? Да, на 17 ролей. Когда ты видела, чтобы люди собирались, им нечего было сказать? Дома так всегда. Принеси. Иди сюда. Хороший пес. Хороший пес. Ник, что случилось? Это Кен? Я просто вернулась домой, как ты сказала. Мой отец опять напился. Должна была догадаться. Ты не виновата. Теперь ты в безопасности. Мы отвезем тебя в больницу. Нет. Не бойся. Позволь помочь тебе. Я принесу аптечку. Идем в дом. Доверься мне. Почему он меня ненавидит? Он ненавидит себя. Почему он меня бьет? Он не знает любви. Поэтому он опасен. Да. Чудовище. Как его остановить? Никак. Значит, он будет меня избивать? Это нужно прекратить. Как? Хочешь, чтобы все изменилось? Глупый вопрос. Тогда сообщи об этом в полицию. Это же преступление. Он меня убьет. Я знаю, тебе страшно. Это трудное решение, я понимаю. Но тебе придется его принять. Он не остановится. Ты не думала уехать из дома? Думаю, каждый день. Мне 17. Мне некуда идти. Я не хочу ночевать на улице. Можешь пожить у меня. Именно тот он будет меня искать. Вот номер телефона моей знакомой. У нее был такой же отец. Если хочешь, она приютит тебя прямо сейчас. Спасибо. Так, хорошо. Если сможешь сесть на мотоцикл, я тебя отвезу. Потерпи, будет больно. Слава Богу, ты дома. А где же мне быть? It's me, Nick. Это я, Ник. Где ты? Я написала тебе сотню смс-ок. Позвони мне. Call me. Позвони. Why won't you just tell me where you took Почему вы не говорите мне, куда отвезли Ники? Обещаю, я никому не скажу. Я дал ей слово. У нее все хорошо. Она позвонит, когда будет готова. Ребята, есть 17 ролей. Нам нужны певцы. Кто умеет петь? Oh,
Мистер Блэкман, я ставлю пьесу в приюте. Нам нужны костюмы и декорации. Юная мисс, нашей кафедре не хватает средств. Нам самим бы это не помешало. Я ничего у вас не просила, кроме совета. Простите, помочь не могу. Мистер Эванс, вам уже говорили, здесь не должно быть этого ужасного запаха. В мастерской идут работы. Вы же не хотите, чтобы занавес был весь в опилках? Я не могу делать это там. Здесь тоже нельзя, больше негде. Может, мне вообще уйти? Хорошо. Если вернете краски и материалы, которые вы использовали в личных целях. До свидания. Я тебя знаю. Мы знакомы? Нет. Ты всегда такой дружелюбный. Только когда меня увольняют. Я тебе помогу. Я Эшли. Джонатан. Спасибо. Тут беспорядок, но хочешь, я тебя подвезу. Да ты что? Это же настоящая машина. Твоя? Вообще-то это грузовик. Я за него еще не расплатился. Значит, он почти мой. Я тебе открою. Спасибо. Ты другая. Это комплимент? Чем ты занимаешься? Художник-оформитель? Блэкману нужен был дешевый работник, а мне материал и место для работы. А теперь у меня ничего нет. Есть идея. Я сообщу прессе. Привет. Привет. Помогите мне, ребята. Спасибо. Мак, это Джонатан. Джонатан, я тебе о нем рассказывала. Ничего не говори. Эшли предложила тебе мастерскую, если ты сделаешь задник для нашей пьесы. Да. Вы тут главный. Я волонтер. Что тебе потребуется? Какое-нибудь помещение поблизости. Тогда пошли. Всем спасибо за работу. Я скоро. Учите свои роли. Мисс Лейн, Кевин отнес мой сценарий в туалет, бросил его в унитаз. Но он застрял. Мы разберемся. Джонатан, сходи в туалет и достань сценарий Дарлин. Пожалуйста. Давай потом я отвезу тебя домой. Если у тебя нет других планов. Нет. То есть, да. Планов нет. То есть, на сегодня. Надо бы порепетировать. А после этого ничего. Я согласна. Окей. Хорошо. Джейсон уже ушел? Я не смогла его разбудить, он все еще наверху. Не говори с полным ртом. Ты не видел мои бриллиантовые серьги? Ты их случайно не брала? Нет. Ты в последнее время хорошо выглядишь. Я разговаривала с одним парнем. Да, он... Минуточку. Да? Ты серьезно? Что? Это надо было сделать еще вчера. Как нам заставить людей охранять природу? Да. Мотивация. Это и есть концепция. Где ты была? Не отвечала на звонки. Я беспокоилась. Я больше не живу дома.
А телефон остался там. Where are you staying? А где ты живешь? Are you all right? Как ты? Отлично выглядишь. Thanks. Спасибо. You did too. Ты тоже. Do you want to do Сходим something? Сегодня куда-нибудь? I have to figure out how to Мне надо из ничего сделать 17 костюмов. Поможешь? No. Нет, so, не хочу. Really Тебя так увлекла эта идея волонтерства? Yeah, Детям это нравится. Это весело. Besides, и нам надо поговорить. Really. Не обязательно. Just... Пока least... нет. So Увидимся. Okay. Пока. Really Я по тебе скучала. Yeah, me too. Я тоже. Hit the shower. В душ, парни. Hey. Хэнк. Yeah, coach? Да, тренер. What's up with Lane? Что с Лейном? Где он? Спросите у него. Я у тебя спрашиваю. Hi, Привет, принцесса. Привет. Как дела? So, you know Можно я заберу все это барахло, которое Мак вынес из гаража? Зачем оно тебе? Продать. You know that Mac and Знаешь, что мы с Маком ставим рождественскую пьесу? Мак слишком стар для тебя. Dad, Папа, ну что ты? Фу. Okay. Ладно. Все, что выручишь за это барахло, оставь себе. Что еще? Я нашла постер вашей группы в гараже. Вы раньше играли рок? Вы были крутые. Эшли. Хочешь поиграть снова? Не буду. Пап, пожалуйста. В нашей пьесе музыка просто необходима. Все почти готово. Я хочу, чтобы пьеса удалась. Хочешь, чтобы я спел? И сыграл на синтезаторе. Мы с Шэрон раньше пели дуэтом. Давай так. Я буду петь с ней. Okay. Хорошо? Wow. Класс. Well, like, I guess Это будет здорово. Okay. Well, Мне пора. У меня свидание. I'd like to Я хочу с ним познакомиться. С твоим парнем. So, I, Я лазал по чужим садам, воровал уголь для барбекю, чтобы рисовать на стенах и на асфальте. Я был тогда мальчишкой. Твои соседи тебя обожали. Мы никогда не жили долго на одном месте. Никто не замечал. Но ты это не бросил. Однажды мне сказали, что у меня есть талант. Полисмен, который меня поймал. Он заставил меня заштукатурить всю стену, которую я только что разрисовал. Ужас. Оказалось, что владелец сдал стену компании билбордов за большие деньги. Этот полисмен нашел для меня первую работу. Я готовил места для рекламы на строительстве объектов. Были работы похуже, а тут я мог зарабатывать. Почему ты не бросил? Было бы трудно меня остановить. До последнего времени я жил и дышал только рисованием. Эй, привет. Джейсона нет. Я тоже рада тебя видеть. Можно войти? Да, конечно. Мне нужно шить 17 костюмов для рождественской пьесы. Сколько заплатишь? Вообще-то ничего. Это добровольно. Пожалуйста. Пожалуйста, мы с тобой почти родня. Я тебя плохо знаю. А твоя мать со мной в одной комнате даже сидеть не будет. Мачеха, считай, что тебе повезло. 5 минут с ней уже чересчур. Неважно, мне сейчас очень нужны деньги. На следующей неделе у нас гаражная распродажа. Все, что заработаем сверх, твое. Пожалуйста, обещай помочь. Я в отчаянии.
Ладно, вот что. Ты помоги мне, а я помогу тебе сделать костюмы. Я не умею шить. А я тебя научу. Но у меня нет времени. У меня всегда так. Если ты думаешь, что эта тупица тебе поможет... Надо же. Что скажешь? Здорово. Попробуешь? Конечно, давай. Не знаю, что делать. Попробуй. Ладно, вот сюда важно, чтобы вот это... Длинный конец выпусти. Да, так. Не знаю, не знаю. Ты почти сделала, смотри. Lonely grave, lift me up from your shallows. I am destined to live ashamed. Принесли ткань? Мы принесли. Подождите, не кладите. Сюда? Да, вываливай. Так, посмотрим. Ну как? Oh, I've been sold out by my best friend. I've been knocked down and thrown away. Sold out and mistreated. I've ignited a dying flame. Отлично. Примерь. Хорошо. Ты мой манекен. Подойдет. Кому-то маловато. Всего хорошего. Вам тоже. Пожалуйста. Да. Знаете, спасибо вам еще раз. Большое спасибо. Спасибо. Лампа $7. Ники, привет. Ты передумала. Ты бы нам очень помогла. Спасибо, сэр. Уже 4 часа. Я пришла посмотреть, чем ты занимаешься. Или скорее, с кем? Я больше не хочу ходить по барам, и рада, что ты тоже. Это гораздо интереснее. Прекрати эту болтовню, я тебя знаю. Это подарок. Это же водка. Я знаю, что ты любишь. Я больше не пью. Ни ты, ни мой отец не могли долго без выпивки. Не знала, что я так похожа на твоего отца. Прости. Нет. У меня была тяжелая неделя. Что случилось? Ты слишком занята, а тебе некогда. Нет, ты же моя лучшая подруга. Ники, наконец-то я делаю то, что мне нравится. Давай вместе. Это все не мое. Я везде чужая. Это не так. Я тебя кое с кем познакомлю. Ты раньше со мной никогда не спорила. Возвращайся к своим друзьям. Как говорил твой друг Байкер, мне предстоит принять много трудных решений. Пока. Ты знаком с подругой Эшли? Да. Это было 3 года назад. Эшли об этом знает? Это касается только меня. Билл, можно тебя? Так, все хорошо. Да. Все
Все хорошо. Вот так. Все хорошо, все будет хорошо. Только в ее состоянии не надо поднимать тяжести. Джейсон не будет со мной разговаривать, если решит, что я кому-то сказала. Ты не сможешь это долго скрывать. Что? У тебя ребенок от Джейсона? Что будете делать? Буду ходить в школу до Рождества, а потом не знаю. Я не знаю. Не самые четкие планы. Их надо доработать. Что предлагает Джейсон? Не знаю. Джейсон бывает ужасно противный, но в глубине души он добрый. Кажется, мы ему не нужны. Он так изменился. Помогите мне, пожалуйста. Долго еще эти люди пробудут в нашем дворе? Похоже на гаражную распродажу. Шерон, это и есть распродажа. Как будто мы нищие. В чем дело? Все распродаешь старые вещи Аманды. Это так. Ты ведь не против, чтобы мы их продали? Милая. Я так рад, что у вас с Эшли теперь все хорошо. Ты, наверное, гордишься тем, что она проявляет свой талант. Да. Она стала чаще бывать дома. Жаль, с Джейсоном иначе. Не могу понять, почему из дома пропадают вещи. Мои украшения, деньги из кошельков. Теперь вот серебро моей матери. Да, милая. Ты подумала, что это Джейсон? Он сильно похудел. Плохо выглядит. Билл, я устала. Пусть эти люди побыстрее уйдут. Конечно. Спасибо. Привет, Мак. Привет. Пора заканчивать, а? Хорошо. Долгий был день. Да, сэр. Нам надо еще кое-что продать. Пожалей, я вымотался. Заработали $247.63. На этом мы купим материалы, и вы заплатите мне за работу. Может, останется на холст и краски? Ты здесь только ради этого? Да. Тогда я не разрешу тебе угостить меня пиццей. Я сегодня не смогу. У меня дела. Что? Это личное. Ладно, тогда не буду мешать. Не надо так. Вот, возьми ключи и отвези все в приют. Я приду и потом все заберу. Пока. Пока. Давай съездим в приют в другой день. Возьми машину, отвези все домой. А я тебе позвоню. Эшли, только не надо за ним следить. Не бойся, я знаю, что делаю. Я слышал, тренер тебя выгнал. Сочувствую, друг. Да, мог бы меня отмазать. Я болел. Я пытался, он не стал слушать. Все знают, что у тебя за проблема. Ты мой друг. И ты совсем себя запустил. Тебе нужна помощь. Пошел ты. Привет. Привет. Красивая футболка. И сделали для всех участников пьесы. Давно не виделись. Я уж думал, ты меня не помнишь. Прошло 3 года. Вечер тогда был бурный. А теперь ты встречаешься с моей лучшей подругой. Мир тесен. Да. Я даже не знал, что вы знакомы. Это для тебя важно? Эшли так занята пьесой. Она стала увереннее в себе и... И в тебе? И во мне. Мы еще об этом не говорили. Ты меня знаешь, я ничего не скажу. Но она все равно рано или поздно узнает. Пусть лучше поздно. Или я сам ей скажу. Так это то? Настоящее?
Похоже, ты о себе позаботилась. Пришлось. Да. Тебе пришлось сделать это одной. Тогда я не мог себе позволить ничего такого. Но сейчас я тебе помогу. Не обещай того, что не выполнишь. This is where I'm staying. Здесь я живу. Nobody Об этом знает только Мак. Ты молодец, Николь. What's the matter, Nick? В чем дело, Ник? Кен и парни из бара тебе мало? Решила отнять у меня и этого парня? This is too funny. Смешно. I know Знаю, на is. Что это похоже, но... I'm laughing. Мне смешно. Have a little faith. Поверь мне, пожалуйста. Верю, но с трудом. Может, возьмешь обещание назад? Что ты делаешь в моей комнате? Шерон было очень тяжело. Я позабочусь о Джейсоне, пока она не будет готова. Твоя мать никогда не любила нашу группу, как я. Но она любила меня и твоего папу. Мы думали, что выполняем ее волю. О чем ты? Ты так на нее похожа. Вы обе такие красивые. Что с тобой? Я видела, как ты распродавала вещи Аманды. Ты воровала мои вещи и продавала их. Клянусь, Шерон, нет. Зачем? Я плохая мать. Ты меня пугаешь. Почему мой сын меня не любит? Я позову папу. Я толкнула Билла. Он тоже меня бросит. Отдай мне дневник. Пожалуйста. Нет. 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 Шерон! Что происходит? Привет, прости, что поздно. Твоя мама нет дома? Нет, опять ночная смена, а что? Все ужасно. Вот, возьми, большая часть твоя. Заходи. Где Джонатан? С моей бывшей лучшей подругой. Шерон чем-то напугана, не знаю чем. Помоги мне с этим. Да. Мужчины – дерьмо. А ты что будешь делать? Если честно, не знаю. Я говорила об этом с Господом. Он меня простил. Чего я не могу сказать о своей матери. Ты говоришь прямо с Богом? Конечно, а ты? Да, все время. Я знаю, что Джейсону нужно отказаться от наркотиков. Он сам должен это решить. Только сам. Ты решила оставить ребенка или учиться дальше? И то, и другое. Без образования сейчас никуда. Что ты будешь делать, когда ребенок родится? Мама меня не выгонит. Она работает по ночам, а днем присмотрит за ребенком. Попробую поработать в ателье, а ночью буду дома с ней. Ты уже знаешь, что это девочка? Придумала имя? Замолчи. Господи, сколько у меня гостей. Ты Анжела. А я друг Джаза. Я тебя знаю, лучше уходи. Ты кто? Оставь ее в покое. Yeah.
Мать Анджелины уже вызвала полицию. Твой брат идиот, а я нет. Мать этой шлюхи работает по ночам. Вот где он лакомится, верно? Джаз меня огорчает. Но ты ведь это уже знаешь. Джейсон хороший. Не то, что ты. Отпусти ее, Джива. Все тут. Хорошо. Я сказал, отпусти ее. Деньги, Джаз. У меня их нет. Обыщи его. У меня их нет. Ничего. Тогда нам повезло. Спрашиваю еще раз. Хочу получить ясный ответ. Где деньги? У входа под ковриком. Я принес их для ребенка. Деньги? Отдай! Деньги. Милая. Отдохни. Меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою. Прекрати бормотать эту религиозную чушь. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла. Возьми деньги. Где деньги? Нет. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Господи, пожалуйста. Твой жезл и твой посох успокаивают меня. Твой жезл и твой посох успокаивают меня. Стой! Ты умастил елеем голову мою. Бери Джиу и быстро отсюда. Благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Тихо, вы же не хотите никого убить? Это все? Больше ничего. Хорошо. С тобой пока все. Утром
Придешь на опознание подозреваемого. Мы можем вернуть деньги на костюмы. Через несколько дней у нас премьера. Мы конфисковали это как улики с места преступления. Я должна получить эти деньги. Дети на меня рассчитывают. Я дала им слово. Извини, ничем не могу помочь. Почему ты сегодня пришел? Я должен был тебя увидеть, но тебя не было дома. И решил, что ты у Анджелины. После свидания с Николь? Это было не свидание. Послушай, я тебе все... Отпустите меня. Отпустите. Джейсон будет жить. Огнестрельные ранения поверхностные. Он так долго был на наркотиках, что сейчас переносит все очень легко. Вы ему поможете? Вылечите от зависимости? Мы поможем при абстиненции сейчас, но дальше это уже его решение. Да. Когда он вернется домой, он может сесть в тюрьму. Но лучше отправить его на реабилитацию. Спасибо вам. Нет, Джейсон не сядет в тюрьму. Там лежит наш сын, а нашу дочь чуть было не застрелили. Господи! О, Боже! Господи! Шарон. Я не всегда поступал правильно. Я это знаю, но... Билл, весь мир рушится. Дай мне закончить. Я хотел... Ничего в нашей жизни не вышло так, как мы хотели. Но поверь, милая, я люблю тебя. И хочу, чтобы у нас все получилось. Теперь все зависит от нас. Посмотри на меня. Иди сюда. Иди ко мне, милая. Девочка моя. Кто моя девочка? Я... Мне так понравилось с тобой играть. Мне тоже. Ты не представляешь. Я люблю тебя. И я тебя. Зацепилась. Стой, не двигайся. Стой, ты мешаешь. Отцепи меня, Билл. Милая, сейчас все сделаю. Отцепи меня. Почему ты за мной приехала? Друзья мне позволяют садиться за руль пьяными? Иногда такая противная. Господи, как я тебя люблю. Да, Шэрон. Он зацепился. Подожди, Шэрон. Аманда, осторожно. Я здесь. Милый, в чем дело? Что такое? Что? Я хотела ее обнять. Это я виновата. Это я виновата. Это был несчастный случай. Я тебя прощаю. Ты не должна себя винить. Хорошо? Не могу. Я ее так любила. Милая, мы оба ее любили. Но это было в другой жизни. Уезжаете сейчас? А как же я? У тебя все будет хорошо. Я потеряла деньги для пьесы. Моя лучшая подруга и мой парень меня обманывают. Анджелина и Джейсон в больнице. Теперь и вы уезжаете. Увидимся в приюте. Все будет уже не так. Все не так, но тебя ждут 17 детей. Сейчас я иду к Анджелине. Потом увидимся. Мак, зайдите к Джейсону.
Все ли у него хорошо, не нужно ли чего? Я сделаю больше. Время посещения на качалке распространяется? Откуда это у вас? От твоих друзей из мастерской. Это барахло. Нет, как и ты, это произведение искусства. И как и ты, оно еще не закончено. Хотя выглядит оно получше тебя. Думаете, мне позволят работать над ним на реабилитации? Да, там нужны хорошие стулья. Ну, что дальше? Не ваше дело. Кто вы такой? Друг Анжелины. Как она? Мне тут никто ничего не говорит. Ко мне относятся как к преступнику. Что смешного? Ты и есть преступник. Я сделал это для Анжел, чтобы она оставила ребенка. Тебе не сказали. Ребенка она потеряла. Она сказала, что он тебе... не нужен. Спасибо за кресло-качалку. Пожалуйста, оставьте меня. Это касается меня и Анжел. Мы все решим. Может быть. А может и нет. Она все еще без сознания. Врачи сомневаются, что она выживет. Пожалуйста, подождите, подождите. Пожалуйста, помогите мне. Как тебе помочь? Я должен видеть Анжел. Не надо с кем-то поговорить. Если вы ее друг, вы знаете, что она хотела бы, чтобы я был рядом. Она там совсем одна. Пожалуйста, мне очень надо к ней. Ей не нужно сейчас твое раскаяние. Ей нужна твоя любовь, твоя вера, твои молитвы. Я знаю, что и мизинца ее не стоя. Но она единственная, кого я люблю. Она всегда ждала от меня этих слов, но я их не говорил. Посмотрим, что можно сделать. Ты бы очень ей помог, если бы изменился. Самый великий человек на Земле был простым плотником. И его жизнь изменила нашу планету. Это тоже волонтер. Привет, я Ник. Убери крючонки. Завтра у меня свидание. Стыдно тебе, мешок? Я Дева Мария, а это мой костюм. Ничего удивительного, так ты никогда не найдешь парня. Я обожаю всякие переделки. Пойдем. Лучше бы ты ее сюда не приводил. Тебе говорили, какая ты бываешь противная? Это было не свидание. Через две недели Николь будет давать показания в суде против своего отца. Как это связано с тобой? Моя мать бросила нас, когда я был мальчишкой. Мой отец запил. После школы я обходил бары и отрабатывал то, что он потратил. Николь приходила за своим отцом. Он к тому времени уже валялся в углу. Так было все время. Мы почти не разговаривали. Но однажды мой отец затеял драку. Я пытался его остановить, но он и отец Николь меня избили. Бармен вызвал полицию, и нас всех увезли в участок. У нас с Николь было право выбора. Мы могли бы вернуться домой или подать в суд и пойти в приют.
Николь была моложе, она вернулась домой. А я ушел. И даже не оглянулся. Когда я вырос, я ушел из приюта и с тех пор зарабатываю сам. Ее отец превратился в гнусного пьяницу. Она жила на его пособии, ее кормили случайные парни, она воровала и так далее. Если все это было так плохо, зачем Николь таскала меня по барам? Другого она не знала. Это было лучше, чем сидеть дома с отцом. Ты можешь ей помочь? Было бы проще, если бы ей помогли друзья. Я помогу. Прости. Мне придется делать все костюмы самой? Ты посмотри на них. Без меня в них не было бы никакой изюминки. Ничего, ноль. А это? Да вы что? Да, я понимаю. Ты не могла бы помочь с гримом? Да. Можно сделать нимбы. Ангелов без них не бывает. По-моему, можно. Мне нужна фольга и блестки. Я буду в коридоре. Прости меня, Анжел. Я знаю. Я во всем виноват. Да. Ты этого не заслужила, дорогая. Я очень тебя люблю. Я так тебя люблю, милая. Я бы все отдал, чтобы у нас было по-прежнему. Бог Анжел. Мне надо с тобой поговорить. Она всегда с тобой разговаривала, как со своим другом. Она говорила, что молится за меня. Наверное, это помогло, потому что я жив. А я никогда о ней не молился. Так нельзя. Потому что ей сейчас очень плохо, и я в этом виноват. Она сказала, что Иисус... ради меня претерпел адские муки, чтобы искупить мой поступок, чтобы искупить то, что я сделал. Наверное, он был крут, потому что я не знаю, как с этим справиться. Я понимаю, что ты воскресил своего сына. Я понимаю, я верю в это. Верю. Значит, тебе будет просто вытащить ее из комы. Правда? Я знаю. Я знаю, что все испортил. Она говорила мне, что ты всех прощаешь. Даже такое дерьмо, как я. Если ты можешь...
Если можешь, если ты можешь, возьми мою жизнь. Сделай с ней что угодно. Только, пожалуйста, пожалуйста, сделай так, чтобы Анжел не умерла. Только бы она не умерла. Она мой лучший друг. Прости меня, я люблю тебя, милая. Спасибо. Так, помедленнее, не так быстро. Пожалуйста, все ангелы, соберитесь на ступеньках. Я забыла свои слова. Помни, зачем ты пришла, тогда и слова вспомнишь. Николь, где звезда, которую ты сделала? Есть палка и место для нее, а звезды нет. Пастухи, внимание. Когда будете пасти свое стадо, не наступите на электропровода. Так, начали. 5, 6, 7, 8. Вы не сказали раз, два, три. Хорошо, скажу раз, два, три. Кевин, не ковыряй носу. Кто здесь? Что тебе нужно? Не бойся. Благословенна ты в женах. Что это значит? Господь любит тебя и избрал тебя матерью своего сына, сына Божьего. Я же дева. Что же мне делать? Ничего. Господь позаботится обо всем. Он поговорит с Иосифом. Хорошо, как скажешь. Эй, Иосиф, проснись. У Марии будет ребенок. Что ты сказал? Она беременна. Я тут ни при чем. Знаем, знаем. Хотя она осталась девой. Что мне теперь делать? Женись на ней, но не трогай ее. И ребенка нареки Иисус. Что еще? Да, заботься о них. Потом я скажу тебе, что надо делать. Цезарь был недоволен сбором податей. Он повелел всем вернуться в родные города. Моя жена рожает. Пустите меня. Нет. Ты должен сказать, что на постоялом дворе нет места. Так я и сказал нет. Звезда остановилась. Смотрите, там крепость. Горит свет, значит, они еще не спят. Здравствуйте, мы волхвы, мудрецы и мудрые женщины, а я Ирод. Мы уже давно идем за этой звездой. Значит, вы проголодались? Войдите, поешьте пирожных Твинкис, и я посоветуюсь со своими мудрецами. Мои парни говорят, если это правда, он должен родиться в Вифлееме. Где это? Недалеко отсюда. Покажу на GPS. Спасибо. Минуточку. Вы у меня в долгу. Когда узнаете, где он, сообщите мне. Ты тоже хочешь прийти и поклониться? Да, я и мои парни хотим его навестить. Привет, как твои овцы? Хорошо, но мне скучно. В Вифлееме никогда ничего не случается. Когда я вырасту, пойду в Иерусалим и стану сборщиком податей. Они хорошо зарабатывают. Молчи, ангелы Господни поют. Бойтесь, внемлите, я принес вам благую весть о великой радости на всем свете, то есть
Хорошие новости для всех. Сегодня в городе Давидовом родился Спаситель, Господь наш Иисус Христос. Это знак вам. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Что такое пелены? Памперс, это пицца. Пойдем посмотрим. А как же наши овцы? Возьмем их с собой. Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Мария, знала ли ты, что сын твой будет по воде гулять? Мария, знала ли ты, что сын твой будет наших дочерей и сыновей спасать? Эшли, мы скинули с всем участка. Может быть, ты купишь на это подарки для детей? Что рожденное тобой дитя будет и тебя спасать. Мария, знала ли ты, что твой сын зрение слепому вернет? Мария, знала ли ты, что твой сын бурю рукой отведет? Знала ли ты, что твой сын дорогой ангелов пойдет? You've kissed the face of God. Oh, Mary, Mary, did you know? Ooh, Mary, Mary, did you know? Oh, I will see the death. Baby boy is Lord of all creation. Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know? Did you know that your baby boy is heaven's perfect? Я люблю тебя, Эшли. А я тебя, Джонатан. Вот и Рождество. Режиссер Ричард Фостер. Автор сценария Дебора и Ричард Фостер. Продюсеры Дебора и Ричард Фостер. Оператор Ричард Фостер. Композитор Джон Ли Сауэр. В главных ролях Эрик Робертс, Лекси Эйнсворт, Тайтес Макен-младший, Вивика Фокс. Вот и Рождество. Фильм
фильме также снимались Брайан Месси, Даниэль Вега, Джастин Эвери, Кэссиди Ван Далия и другие. Фильм озвучен телекомпанией НТВ+. Режиссер Екатерина Покровская, звукорежиссер Александр Зубов, перевод Ларисы Татарниковой. Текст читали Наталья Казначеева, Игорь Тарадайкин. Your baby boy will one day rule the nations. Did you know that your baby